Александр Жулин, который готовил Риту и Диму к этому этапу, предложил ребятам композицию Майкла Джексона. Ну и позвольте мне напомнить вам, уважаемые телезрители, что это тоже лидеры предыдущего этапа. За время всех этапов шоу «Ледниковый период» этого сезона ребята исполнили такой танец, очень современный, модерновый. Ну и, конечно, сегодня было опровергнуто мнение, что Дмитрий Миллер не может выполнять высокие поддержки. Может, да еще какие. Вспомните начало композиции, как высоко и как долго он продержал там Риту, и сколько раз Рита меняла позу там наверху. Уж я не знаю, Татьяна Анатольевна, довольна или недовольна. Просто с моей точки зрения ребята заслужили самый высокий балл, потому что практически помарок в их танце сегодня не было. Ну уж посмотрим, будет